Я был не талантливый. Я из зала не выходил, не вылазил, а на соревнования брали других. Талантливых. The last emperor, Fedor Emelianenko. Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам с безупречной репутацией. То ли ты свободен, девочки, выпивка, гитара, то ли тебе надо на всем этом крест поставить и идти тренироваться. Лучший боец планеты за всю историю ММА, сохранивший верность родному городу. Жил в этом доме, но все примерно так же осталось. Я смотрю, все те же турники, все те же брусья. Легендарный спортсмен и простой человек. Я люблю своих девочек. Уже находиться рядом с ними – это большое счастье. Рядом с своей семьей. Последний император, каким вы его никогда не видели. Я только голову туда так высовываю посмотреть, что там. А мне голос непонятно откуда такой: «Федор, заходи!» Я уже понял, что все, назад уже нельзя. Премьера. Документальный сериал «Федор Емельяненко. Правила последнего императора». Это я. Кто такой? Не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Со 2 октября. Только в ОККО.